Вам нужно построить склад, господин. Постройте амбар, сэр. Люди приходят в замок. Добавка? Неплохо. Мы выступаем, мой лорд. Вперед! Что вас беспокоит, сэр? Наши судьбы связаны. Давай! Вы величайший из лордов, ваша светлость.
Кто звал нас? Веди нас в бой! Ты платишь, мы воюем. Мы идем и несем с собой смерть. Игра сохранена. Ваша популярность падает. Амбар почти пуст, господин. Ваша популярность растет. Визит епископа значительно повысил почет нашего замка, государь. Наши топоры в твоем распоряжении. Ты платишь, тебе и решать. Чего? Есть ваша светлость. Thank you.
послание от короля. Я смотрю через бойницы и вижу лишь приближающуюся к нам смерть. Ваша популярность падает. Запасы провизии растут, господин. Ваша популярность растет. У кого-то скоро будут большие проблемы. Враг напал на одно из наших поместий, мой лорд. Наши войска атакуют враг. Месяцы еда не выдавалась. Запасы провизии растут, господин. Послание от короля. Поднять знамя! Настало время благородных подвигов! Нельзя здесь строить, мой лорд. Крестьяне жалуются на копытную гниль у овец, мой лорд.
В знак протеста они объявили недельную забастовку. Послание от короля. В бой! Во имя чести! Игра сохранена. Кого нужно убить? Уничтожить цель! Наши войска атакуют враг! Здесь ты повелитель. Мы пьем и воюем. В чем проблема? Да? Мы воюем и пьем. Ты нанял нас! Натянуть тетиву! Мы хотим воевать! Отличный день для битвы! Амбар почти пуст, господин. Визит епископа значительно повысил почет нашего замка, государь.
Не хватает рекрутов, сэр. Повелитель? Да. Наши войска атакуют враг. Позвал нас. Идем. Мы тебя слышим. Нельзя здесь строить, мой лорд. Ты платишь, мы воюем. Наши топоры в твоем распоряжении. Кого нужно убить? Здесь ты повелитель. Сегодня они умрут. Наши войска атакуют враг. Враги разрушают наше здание. Послание. Сокрушим стены вражеского замка. В чем проблема? Враг напал на одно из наших поместьй, мой лорд. Затащить топоры! Послание от короля. Народ понимает, что я борюсь за правое дело. К нам присоединилось еще одно владение. По нашим землям бродят волки, господин. Крестьяне в ужасе. Послание от короля. Враги разоряют наши земли и порабощают наш народ. Наши войска атакуют враг. Мы воины, а не паломники.
Вы второй из величайших лордов, ваша светлость. Игра сохранена. Да? Мы воины, а не паломники. Ты нанял нас? Мы воины, а не паломники. Мы хотим воевать. Наши войска атакует враг. Мой меч к вашим услугам. Пришпорьте лошадей. Лак полон, мой лорд. Не хватает уважения, мой лорд. Мы воины, а не паломники. Чем мы можем помочь? Вы величайший из лордов, ваша светлость. Наши войска атакует враг.
послание от короля. Нас победил достойный враг. Отступаем, мои доблестные воины. Милорд, местные фермеры нашли тайник с золотом. Мы добавили его в нашу казну. Послание от короля. Поднять знамя! Настало время благородных подвигов! Наши войска атакуют враг! Я иду под вашими знаменами. Игра сохранена. Инженеры к вашим услугам. Каков наш план? Вам что-то нужно? Только прикажите. Прощайте! Наши войска атакуют враг. Мы идем на бой? Будем убивать! Ты мой господин. О нас сложат легенды. Мы выступаем? Перебьем. Повелитель, уничтожить цель! Ты плачешь, мы воюем. Наши топоры в твоем распоряжении. Мы тебя слышим. Я покидаю этот бренный мир. Надеюсь, история будет ко мне благосклонна.